дорогие братья и сестры, с Пасхой Господней всех вас! Поздравляем со Светлым Христовым Воскресением! Хотелось, поздравляя вас с Пасхой, знаете, хочется вот из многообразия всего, что нас окружает, выделить одно, но самое-самое главное. Ну вот, есть такая книга, я думаю, что Великим Постом каждый ее впитал в сердце, Библия, она большая. Что самое главное в Библии? Новый Завет, Евангелие Христово. И это правильно, потому что вся Библия, весь Ветхий Завет, все вот эти книги, пророчества, они обращены к пришествию Бога в мир, потому что Бог пришел на землю для того, чтобы нас спасти. Хорошо. А Евангелие? Что самое главное в Евангелии? То, что Бог родился, то, что Бог проповедовал, то, что Бог исцелял, это очень важно, это нужно для обретения нами веры в Него. Но самое главное, что есть в Евангелии, это то, что Бог воскрес. Мы сегодня за литургией вместе, все вместе исповедовали то, что мы знаем о Боге. То, что самое главное, что Церковь составила о вере, символ веры. Вот все мы знаем символ веры. Что самое главное в символе веры? Где его центр? Где сердцевина? И страдавша, и погребена, и воскресшего в третий день по Писанию. Мы должны, конечно, знать многое. Мы должны знать и Библию, должны читать, знать, любить, жить Евангелием, должны читать святых людей, которые пожили здесь на земле. Но есть что-то, что мы должны знать, так, чтобы это у нас было не в уме, не в нашем мозге, а, не знаю, в нашем спинном мозге. Мы должны это знать, этим жить и никогда не потерять того, что Христос воскрес. Тогда есть надежда, если мы будем знать, что воскрес Христос, то когда будем принимать свои решения, мы будем принимать перед лицом воскресшего Христа, который для нас воскрес и даровал нам с вами вечность. Именно поэтому, когда пасхальные дни наступают, то так часто, знаете, как гвоздики забивают в наше сердце, в наш ум, звучат слова «Христос воскресе!» А потом снова повторяется «Христос воскресе!» А потом звучат в храме, и дома, и по радио, и в сердце «Христос воскресе!» Пусть никогда эта острота, новизна этих слов нас не оставляет. Уж помните батюшку Серафима Саровского? Он-то каждому вместо «Здрасте» говорил «Христос воскресе, радость моя!» И в ответ, вне зависимости от того, какое время года, слышал ответ «Воистину воскресе!» Вот и мы сегодня вкушаем эту радость Пасхи, вкушаем эту жизнь, вдыхаем ее и не перестаем в течение 40 дней, 39 дней произносить эти слова «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» «Воистину воскресе! Христос Бог наш!» Аминь. Аминь.